В администрации Амурского района состоялось совещание с представителями компании «Полиметалл» об организации Дня металлургов в Амурске. С 1 июня по 10 июля пройдет районный конкурс детского семейного творчества «Золотое сияние» по номинациям «Декоративно-прикладное искусство», «Рисунок» и «Компьютерная графика». Приглашаются к участию дети от 4 до 17 лет. Награждение состоится 20 июля на Придворцовой площади. Праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга, пройдут с 19 по 20 июля. 19 июля в 18:30 во Дворце культуры пройдет торжественная часть, в 21:00 концертная программа. 20 июля в 9:30 на стадионе «Юность» пройдут игры, эстафеты, конкурс «Мам с колясками», а в 15:00 на Комсомольской площади состоится концерт. В 23:00 также состоится праздничный салют.